1885 году немцы Даймлер и Майбах впервые познакомили мир с мотоциклом. Их изобретение было до гениальности простым. Они даже не представляли, сколько всего странного и необычного придумает человечество, используя колеса, раму и мотор. Dodge Tomahawk. В 2003 году на североамериканском международном автосалоне в Детройте компания Dodge представила футуристического вида мотоцикл с 10-цилиндровым двигателем мощностью 500 лошадиных сил от автомобиля Dodge Viper. Мотоцикл имеет два передних и два задних колеса, что делает его скорее не мотоциклом, а отдельным видом квадроцикла. Каждое из четырех колес снабжено собственной независимой подвеской. Максимальная скорость томагавка по данным производителя составляет 468 км в час. Но, как утверждают инженеры, создавшие томагавк, теоретически он может развить скорость 613 км в час. Это и неудивительно, если учесть мощность данного байка. Однако на деле никаких подтверждений тому, что этот мотоцикл может ехать хотя бы 200 км в час, нет. Экземпляры томагавка ручной сборки были выставлены на продажу по цене 555 тысяч долларов за штуку. До 9 штук было продано. Самым неудобным, по признанию владельцев, является акселератор. При движении мотоцикл так и норовит ускользнуть из-под водителя. Причиной такого недостатка является мощный двигатель и чрезмерно короткий ход коробки передач, что вызывает дискомфорт при передвижении. Uno 3. Концепт Uno 3 был впервые представлен публике на профильной выставке. Был признан первым в мире полноценным мотоциклом-трансформером. Идея концепта пришла к изобретателю Бену Гулоку после поездки в 2006 году в Китай. Загруженность улиц и загазованность воздуха заставили задуматься о том, чем заменить автомобили, чтобы это было компактно, удобно и экологично. Было разработано две модели – Uno и U2, и только в третьей модификации Uno 3 удалось довести мотоцикл до практически готового коммерческого образца. Увеличение продольной устойчивости на высокой скорости достигается за счет третьего колеса. В состоянии покоя и на малых скоростях колесо пассивно и находится в подвешенном состоянии, а концепт стабилизируемой системы гироскопов передвигается на двух соосно расположенных боковых колесах. С увеличением скорости Uno 3 наклоняется вперед, активные колеса отодвигаются назад, а пассивные, средние, выдвигается вперед и превращается в традиционное переднее управляющее мотоциклетное колесо. В результате на высоких скоростях получается обыкновенный дорожный мотоцикл. Последнее достижение разработчиков – способность Uno 3 уверенно двигаться со скоростью 48 км в час, в режиме Uno – до 24 км в час, и преодолевать без подзарядки до 56 км расстояния. Полная зарядка батареи от обычной бытовой сети занимает от 3 до 4 часов. MTT Y2K. Это единственный легальный, допущенный к движению на обычных дорогах мотоцикл, оснащенный газотурбинным двигателем. Весь вес мотоцикла составляет 227 кг, а максимальная скорость равна 402 км в час. Разгон от 0 до 100 км в час за 1,5 секунды и от 0 до 300 км в час за 15 секунд. Сердце машины – модифицированные для данного применения авиационные Rolls-Royce Allison 250. Газотурбинный двигатель с выводом мощности на вал. При собственном весе в 61 кг двигатель развивает 320 лошадиных сил на 52 тысячах оборотах в минуту. Двухступенчатая автоматическая трансмиссия понижает эти чудовищные обороты до тех, с которыми обычно вращаются колеса мотоцикла, попутно пропорционально повышая крутящий момент. Заправляется этот мотоцикл авиационным керосином, либо обычным дизельным топливом. Объем бака 34 литра, а расход 1 литр на 1,3 километра. Выхлопные газы достигают температуры в 650 градусов по Цельсию и способны расплавить бампер близко стоящего сзади на светофоре автомобиля. Taurus 2x2. Мотовездеход Taurus 2x2 произвел настоящий фурор среди любителей мототехники. Буквально сразу после появления в сети первых фото этого байка интернет-пользователи присвоили детищу россиянина Александра Зинина титул «Лучший апокалиптический мотоцикл». Полный привод и необычно большие шины российского супербайка позволяют даже не очень опытным гонщикам пересекать самый сложный ландшафт.
В настоящее время выпущены две версии апокалипсического мотовездехода – Taurus 2 и Taurus 2M. Taurus 2 весит всего 45 кг, и на него устанавливаются шины низкого давления. Taurus 2M весит 74 кг, его шины больше, чем у Taurus 2, что обеспечивает более высокую проходимость. Мотовездеход оснащен двигателем от мини-мотоцикла и трехскоростной коробкой передач. Максимальная скорость апокалипсического мотоцикла – 60 км в час. Угол поворота – 55 градусов. Несомненным преимуществом вездехода Taurus является легкость демонтажа. Всего за 5 минут его можно разобрать, упаковать в две сумки и погрузить в багажник автомобиля. Мотоцикл на водных лыжах KTM-250SX. Каскадер Робби Мэдисон выполнил уникальный трюк, пролетев на мотоцикле по водной глади Тихого океана на Таити. Для этого трюка байк KTM-250SX оснастили специальными пластинами, которые обеспечивают устойчивость на воде, а место стандартного заднего колеса заняла особая шина с увеличенными зацепами, создающими грибной эффект. Также был установлен новый двухтактный двигатель с защитой от попадания соленой воды. На подготовку этого трюка ушло практически 2 года и огромное количество тренировок и попыток. Естественно, в стоковом виде мотоцикл не способен удерживаться на плаву, поэтому его слегка модифицировали. Место для трюка выбрали очень живописное – побережье экзотического острова Таити, где высота волн нередко доходит до 7 метров – настоящий рай для серферов. Однако подобные природные явления также таят огромную опасность. На местных волнах за последние 15 лет погибли 5 профессиональных серферов. Поэтому к заезду готовились с особой тщательностью, уделяя внимание мельчайшим нюансам. Монстр из ада. Это самый большой мотоцикл в мире. Имя этого грозного двухколесного зверя – Monster Motorbike from Hell, что означает «монстр мотоцикл из ада». Эта махина была создана в 2008 году в Австралии бывшим каскадером Рэем Бауманом и маленькой командой помощников. На все про все ушло около 3 лет. Высота байка составляет 3 метра, длина 9 метров, а общий вес достигает 13,5 тонн. Колеса и шины сняты с 80-тонного самосвала Caterpillar. Двигатель производства Detroit Diesel, а коробка представляет собой 6-ступенчатый автомат Ellison. Мотоцикл может с легкостью переехать и раздавить легковой автомобиль. Судя по всему, именно для этого он и создавался. McLean V8 Rocket Roadster. Этот необычный моноцикл построил американец Керри McLean. Первый моноцикл McLean приводился в действие мотором от газонокосилки, но, несмотря на это, доставлял своему создателю не меньше удовольствия, чем спортбайк. Следующий моноцикл McLean оказался мощнее и больше. Внутри огромной 36-дюймовой шины от французской машины для сбора винограда стоял 40-сильный мотор с водяным охлаждением от снегохода. Разумеется, американец не остановился на достигнутом и построил еще пару агрегатов, оснащенных на сей раз V-образной восьмеркой от автомобиля Buick Wildcat мощностью от 325 до 370 лошадиных сил. На Rocket Roadster был установлен самый свежий рекорд скорости среди моноциклов – 185 км в час. Управляются все моноциклы McLean отклонением корпуса двигателя, однако последний Rocket Roadster оснащен также стабилизатором и аэродинамическими рулями направления, которые начинают действовать при достаточно больших скоростях. Тормоза же настроены так, что при нажатии на них пилот клюет носом, но не прокручивается внутри колеса. На этом все, друзья, ставьте лайки и делитесь этим роликом с друзьями. А какой из этих необычных мотоциклов вам понравился больше всего? Напишите в комментариях.